SWIFT снова атаковали. Система обмена банковской информацией сообщила о втором случае кибератаки на свои серверы. Объектом ее стал коммерческий банк, название которого не сообщается. Данных о том, была ли попытка взлома успешной, также нет. В компании не исключают, что к кибератаке могут быть причастны сотрудники банка. Первый случай взлома системы произошел в начале февраля. Тогда хакеры взломали систему Бангладешского центробанка. Получив необходимые данные, преступники попросили Федеральный резервный банк в Нью-Йорке, там хранятся золотовалютные резервы Бангладеш, осуществить денежный перевод на счета на Шри-Ланке и Филиппинах. В результате было похищено более 80 миллионов долларов.